Всем привет! Мы сегодня будем показывать свои покупки, да? Начнем. А ты села так на ножницы? Не села? Села на ножницы. Были мы в магазине «Кораблик» и увидели там кого? Эвереста. Эверест – это редкая игрушка из «Щенячьего патруля», поэтому, конечно, мы взяли. Здесь Эверест вместе со своей техникой. Какая у нее техника? Техника у нее машина. Машина что делает? Она садится и она едет. Ну, понятное дело, что едет. А что она у себя, снег убирает или нет? Снег убирает и чистит. И чистит что-то, какие-то здесь у нее приспособления. Да. Вот. Игрушка эта не очень дешевая. 1500 мы за нее отдали. Еще и забыли. А нет, карточку мы не забыли. Кораблика. Так что нам со скидочкой там немножко. Сейчас я попробую открыть, и Вера вам все покажет. Как всегда, здесь сильно запаковано все. Скотча много. Пытаюсь вскрыть. Ну вот. Теперь мы возьмем что-нибудь. Здесь вот тоже всякие приспособления. Ой, разблокировать и снять. Подожди, давай начнем машину снимем. Да. Тут все надо. Много клея. Да, повернуть по стрелке, чтобы все снялось. Нет, она не приклеена, она. Вот такие вот задвижки. Закрыто. Вот. Вот. Смотрите, какое приспособление. Так, у нее здесь вот такая снегоуборочная машина, или не знаю, что уборочная, вот с такими клещами, не знаю чем. Вот. Три колесика, и вот эта штука двигается. Сами лопасти, так понимаю, что не двигаются. Сейчас, секундочку. Все, здесь можно сесть, и ничего не включается, никаких батареек нет у машины. Бульдозер такой. И сама собачка, до нее надо добраться, здесь вот тоже скотчем все залеплено. Всем-всем-всем! Ну зачем, если нужно все? Чтобы она не оторвалась, поэтому... И не порвалась. Нет. Мы открепим. Да. Теперь ее можно будет вынуть. Отсюда можно ее снять. Да. Она здесь еще вот прикручена резинкой. Поэтому мы ее снимем. Так, собачка небольшая. Ну, маленькая. Не пойму, она пластмассовая или резиновая. Да, ножки у нее все двигаются. Все ножки двигаются. Голова вращается. На спине у нее какой-то сундучок. Вот, хвост не двигается, лапки целые, вот не полые. То есть она такая качественная выполненная собачка. Очень приятной наружности. Держи. Спасибо. Ее можно даже сюда. Довольны мы покупкой. И еще вот сюда. Она вам везде залезает. Пойди посмотри, там большая собака. Будет с ней играть. А я покажу другие покупки. Да. Так. Привет, собачка. Дали нам какой-то каталог, еще 15% скидки на магазин «Подружку». Вот, и мы пошли. Дальше были мы в «Карандаше», потому что мы ничего не нашли Владу. К сожалению, в «Кораблике» он уже из всего вырос. Вот. Ну, так как нам нужны были всякие тетрадки для черновиков, взяли обычные тетрадки по 10 рублей, такие клеточку. Всяких разных, обычных. Большой клей Эрих Краулер считается самый хороший клей. Так, еще мы купили белила гуашевое. Дело в том, что у нас последний раз, когда покупали мы гуашь, белая краска плесневела. И вот решили взять титановые белила, посмотрим, насколько они будут качественные. А то, что продавалось в наборах, к сожалению, было не очень хорошего качества. Значит, здесь 35 грамм. 2016 года, то есть они свеженькие. Взяли 100 вкладышей вот таких вот для папки. Дело в том, что мы сейчас в 4 классе и пишем всякие разные доклады,
И нам нужны файлы. Файл с перфорацией, я думаю, что это вот он такой немножко матовый получается, да, не блестящий. Надеюсь, что не будет мягко. Так, и еще мы решили взять вот такой, называется художественный гель перламутровый 6 цветов. Здесь набор красок в баночках по 20 мл, предназначен для художественных и оформительских работ, детского творчества, прикладного искусства. Вот, будем пробовать, хотелось бы раскрасить, например, вазочку какую-нибудь. Вот, цвета такие яркие, розовый, вот, серебристый, желтый. Тоже серебристый, но такой вот светлый, наверное, ближе к белому такой. Зеленый яркий и синий. Вот. Мне продавщица сказала, что в принципе их можно смешивать и пробовать делать разные оттенки. Ну попробуем, насколько они будут смешиваться. Это недорогие, они 120 рублей стоили 6 цветов. Мы решили не брать пока более дорогой вариант акриловой краски. Попробуем пока этот гель. Будем надеяться, что нам все понравится. Так, и последнее, что мы сегодня купили, это мы были в магазине в цветочном. Нам нужна была земля для кактусов. Решили взять вот такой биогрум для кактусов суккулент. Стоил он 46 рублей, здесь 2,5 литра. Вот. И мне понравился состав, то, что здесь смесь торфов различной степени разложения, удобрения, песок, мука известняковая. Ну, посмотрим, насколько моим кактусам это понравится. Вот, взяли 2 штуки, потому что кактусов много. Ну вот и все на сегодня. Большое спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам было интересно. Пока-пока! И пока!